Мы сейчас находимся на месте пожара, который произошел этой ночью в центре города. Горели торговые павильоны на Мытном рынке. Огнем уничтожены помещения и продукция. Можно посмотреть, очень много фруктов, овощей, все сгорело. Предполагаемая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Владельцы и продавцы сгоревших торговых точек спешно собирают уцелевшие товары. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, как могло произойти такое ЧП, они предпочитают убегать. Настаньте, а? Ничего не можем. Не знаю, вот у пожарников спрашивают. Что, я же... Немногословные соседи по торговле. Как ночью мог произойти пожар? В тот момент, когда рынок закрыт, одни и предположить не могут, другие на ходу выдвигают версии. Кто-то что-то оставил включенное. И охрана, и рынок закрывается. Все очень сильно. Как получилось, не могу. Сигнал о возгорании на Мытном рынке поступил в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС в 1:00 ночи. На место происшествия тут же прибыли пожарные расчеты. В тушении огня были задействованы более 70 человек личного состава и 18 единиц спецтехники. Уже появилась официальная информация о возможных причинах пожара. Принятыми мерами пожар был локализован в 1:29 и ликвидирован в 1:54. Жертв и пострадавших нет. Предполагается, что причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Пожаром нанесен значительный ущерб не только владельцам торговых точек. Пострадало также кафе, расположенное в ближайшем здании. Владельцу организации общепита еще только предстоит подсчитывать понесенные убытки. Пострадала большая часть производственной части из-за того, что разрушена стропильная система и кровля. И все получилось, все залито водой. И оборудование, и производственные помещения. А производственные помещения просто теперь улицы с разрушенной крышей. И залитым оборудованием. Вентиляционная система полностью, с вентиляционной камерой разрушена и сгорела. Огонь затронул и выставочный комплекс. Здесь также пострадали как здания, так и часть имущества. По данным, сегодня система кондиционирования и часть оборудования выставочного комплекса, увы, утрачена. Разумеется, экспонаты мы сберегли благодаря работе объективных сотрудников, которые этим занимаются, профессионально это делают. Но я думаю, что это возникнут проблемы с работой выставочного комплекса в ближайшее время. На месте происшествия продолжают работать дознаватели. Специалистам предстоит выяснить все причины пожара. После случившегося, скорее всего, проверка надзорных органов в ближайшее время затронет все объекты торговли, расположенные на территории Мытного рынка.